В 8 многоквартирных домах Харциска, поврежденных в прошлом году в результате августовских обстрелов, сегодня проводятся работы по восстановлению так называемого теплового контура. Проще говоря, ремонтируются окна и фасад. В микрорайоне Металлургов работы ведутся в 5 многоэтажках. Сейчас на данный период было выполнено остекление по домам 48-45, остекление деревянных окон храм по подъездам и по квартирам. На данный период идет работа по свободе 79 и 79А. На следующей неделе планируется завоз стеклопакетов и металлопластиковых оконных храм. Все работы будут произведены до конца декабря месяца. То есть работы какие? Это восстановление теплового контура. Тепловой контур – это остекление, замена оконных храм, ремонт фасадов зданий. Ограничиться только лишь ремонтом окон и латанием дыр на фасаде не получится в доме номер 45 в микрорайоне Металлургов. Чтобы строение было пригодным для жилья, здесь придется заменить плиты перекрытия. Металлургов 44-45. По этим домам более серьезные работы ввиду того, что там были нарушены плиты перекрытия вследствие пожаров, пробоин. По этим домам двум была вызвана проектная организация, составлен проект. Эти работы уже будут произведены в 2016 году. Металлургов 45, это по первому подъезду, это с 1 по 13 квартиру, будут полностью заменены плиты перекрытия до самого чердака. То есть это очень большой объем. И будут работы производиться уже в 2016 году, но уже будет по погоде. С момента обстрела прошло уже больше года, и многие жильцы самостоятельно отремонтировали свои квартиры. Но на компенсацию затрат харцизяне все-таки рассчитывают. Но сейчас за компенсацию еще ничего не известно. Сейчас пока идет восстановление. То есть, может быть, в будущем что-то и будет. Но никакой точной информации на этот счет нет. Сегодня стекольных дел мастера работают в 2 пятиэтажках по улице Свободы. Выполняют остекление окон, причем исключительно в деревянных рамах. В основном в подъездах, но ходим, смотрим на квартиры, если есть деревянные, у них разбитые окна. Заходим, звоним, если открывают, если кто-то есть. Некоторые поезжали то в Россию, то в Украину. До некоторых просто-напросто не достучаться. Ну, а так в основном подъезды. Четвертую неделю подряд в 8 харцизских многоэтажках ремонтируются окна с деревянными рамами. На следующей неделе город ожидает поставок металлопластиковых окон. Штукатурки хватает, мы еще не приступали к фасадам. Стекло немного заканчивается, вот должны в понедельник привезти еще палет стекла. Штапики подвозят, но иногда не успевают просто подвозить штапики. И вот мы полдня ходили, чисто замеры брали. Парни резали стекло, брали мы размеры. Ну, то есть не сидим без дела. Только после выполнения работ по остеклению возле домов начнут расти строительные леса. Дойдет очередь до ремонта фасадов. Бригадам строителей поставлена задача успеть с восстановлением теплового контура домов до конца года.